Прибывший из Москвы врач-эпидемиолог Евгений Левин требует эксгумации, но местные принимают его в штыки. Эксгумация – это неуважение к покойникам. Неожиданно на сторону врача встает Глеб, местный авторитет. Кажется, Катя, жена Глеба, знает Евгения. Но нужно ли вообще ворошить прошлое? Тем временем в городе появляются новые жертвы, а врач ищет нулевого пациента, с которого все началось.